Всем привет, ребята! С Викой решили поехать к старице. Давно у нее не были. В принципе, поедем. Поздравим ее с первым днем зимы. Да, Вика? Да. Сейчас едем. Приезжать будем к КПП наша. Ну это у нас секретный режим, нельзя. Красивое место, да, ребята? Опасность столкновения. Красивое место, черт побери. Дымок из печки. Кого-то топится. Кто-то дом протапливает или баньку затапливает. Этот древесный вкус, ребята, не передать. Когда-то, ребята, в этой мастерской жена у меня прическу делала здесь. Была когда-то, ребята, у меня свадьба, жена, семья. Сейчас покажу, ребята, где мы замок вешали. И замочек, ребят, вешали. До сих пор замочек висит. И масло. Еще не хватает это. Колбаски, колбаски. Алексей, колбаски не хватает. Все. Колбасочки не хватает. Бабушка-то дома? Мы приехали поздравить вас с первым день зимы. 1 декабря сегодня. Да. Да, с Викой. Че? А что бояться-то? Ты что, не бойся? Леша, вон ходит же везде по магазинам, ничего. Мы тоже в масках. Бабушка боится. Сладкий возьмешь и ведь это хорьёк. Они не любят. По шоколадке дашь. Анатолий. Ей 100 рублей. Анатолий. Куда положишь? Карман. Подожди. Я не могу ходить. Я говорю, баб, люблю тебя вкусно поесть. Ты приготовишь же? Ну как не готовишь? Вот рыбку вкусно. Ты еще возьми. Все, не надо, я не поел просто. Бабушкину грех не поесть еще. Я наелся. Рыбку будешь? Не будешь? Ну я не. Рыбку буду кушать. Термос налью. Термос налью. Сахар будешь? Или нет, ты без сахара пьешь? Она сказала же без чая, а я без сахара. О, у вас ледовый этот городок начинает строить, что ли? Да. Молодцы, а у нас даже пока нет. В Челябинске тоже нет. Говорят, не будут строить в Челябинске из-за пандемии вот этой все, что денег. А у нас вон. А у вас молодцы. Что якобы нецелесообразно, потому что люди дома будут сидеть. Не будут кто в городке играть, а будут. Куда пошу пустишь? Баня? Все, бабушка, бабушка, так вкусно готовит сейчас. Да, ребят, угадайте, что? Комментарий. Налью, налью. На этого щенка Лёшина. А где? Ну, не всё. Мухтар. А, Мухтар. Чё, баб, ты говоришь? А, да я сейчас термоса налью.
Леша сказал, он горячий вроде. Горячий, нормально. Есть? Я тебя не фотографирую. Что, бабушка, смотришь? Давай поженимся. Леша женить надо. Леша, тебе надо, давай поженимся. Андрей! А, я чай пью. Не, я еще ем, чай пью. Давай поженимся. Это шоу уже, бабушка, специально там. Ну и что теперь, куда ты ее поведешь? Ну, 108-ю школу, и там позвонили, сказали, вроде как мест нет. Придется центр образования идти договариваться, не знаю, как-то что-то. Чтоб 108-ю взяли, вот 108-ю хотим по прописке. Пусть письменный отказ пишут, не знаю, там как-то. По прописке 108-ю? Ну да, 108-ю. Я учился 108-ю же, Люба училась 108-ю. Рыбочка у бабушки была, сейчас чай допью. Помню, в детстве бабушка пироги, ну здесь блины пекла утром, а перед школой всегда завтракали, вон школа мы. Да. Сейчас гостиница стала, да? Гостиница. А это же частный дом вроде чей-то был стал, нет? Кто-то выкупил. Он гостиницу сделал, да? Ну, кто-то выкупили и гостиницу. А гостиницу. Понял, понял. Пока, бабушка. Все, давайте, всем пока-пока. Пошли, поехали. Пока-пока. Бабушка. Пока-пока. Все, ребят, едем домой. Бабушки. Бабушки такая вкусная рыбка. Всегда приезжаю к ней. Очень вкусно. Она меня угощает. А зачем такую вот рыть в траншею, да, ребята? Видите как? Кстати, вон видео там. Светит, не видно. Ясли. Ясли. И раньше роддом, я там родился, вот в том роддоме. Здесь, ребят, мы на продленке кушали, в этой школе я маленько поучился, потом переехали мы в Трёхгорный. Ребят, не забывайте подписываться на канал Жизнь Андреевича, Телеграм, Инстаграм, я даже в ТикТоке. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Следите. Потому что позвонили со школы, и я сказали, что мест нету. Поеду, ребят, в Горано разбираться. Что за дела такое? По прописке не берут. Я говорю, письменный отказ, пожалуйста, мне напишите. Не знаю. Что-то мы поторопились с документами. Ну, как директор посоветовал нам документы взять и сразу вроде как в школу прийти. А тут мы, получается, документы взяли, и нам же мест в школе нет. Ну, слава богу, на школу в Трёхгорном много. Но мы хотим именно в 108-ю, я там учился. Так что не знаю, что с этого выйдет. Не переключайтесь, будет только жарко, интересно. Я за справедливость, так что она обязательно будет, справедливость. Всем пока-пока. По тебе незаметно, что ты хочешь взять весь мир. Хочешь, чтобы он был твой.